Світлана Бугела, сертифікований дієтолог, член Асоціації превентивної та антиейджингової медицини, студентка Британської академії наук. Допомагає легко і смачно перейти на правильне харчування без дієт і зривів. Місія Світлани – зробити 50 тисяч людей здоровими за допомогою правильного харчування. Ну що, доброго ранку. Я дуже рада з вами познайомитися. Тим більше мене зацікавило дуже багато речей, сказаних про вас у візиті, про здорове харчування. Отож, сьогодні будемо про нього говорити. Ще розкажемо про сніданок, але про це дещо згодом. От правильне харчування, Світлано, воно для всіх різне. Для когось два шматочки ковбаски – це буде правильно похарчуватися. Для когось не вживати там м'ясо взагалі. Отож, давайте від самого початку, що таке правильне харчування? Ну, для кожного чоловіка це дійсно своє. Хтось предпочитає веганскую, вегетарианскую диету. Это неплохо и нехорошо. Просто все организмы разные. Для каждого человека на самом деле это такой какой-то индивидуальный момент. Но самое важное, чтобы рацион был сбалансированный. Даже если человек отказывается от мяса, он должен сбалансировать количество белка в рационе. Это должны быть насыщенные, ненасыщенные жиры и так далее. То есть нельзя сказать, что можно вот что-то вычеркнуть и ничем не заменить. Это тоже будет неправильно. Угу. Поэтому главное это баланс. Вы здорово харчуетесь вже скільки років і як ви до цього прийшли? Ну, у нас правильное питание, наверное, уже около 7 лет. 5 лет я была веганкой, поскольку мой старший сын не переваривает животный белок. И в определенный момент мы поняли, что нужно всю семью переводить на этот рацион, для того, чтобы ну, не было соблазна для ребенка. Угу. Со временем мы перешли тоже все на веганство, и я стала уже изучать эту тему, потому что это было очень важно для меня, насколько, почему с ребенком так происходит, и что мы можем изменить, как ему помочь и так далее. И вот с того времени я начала изучать диетологию, это очень был длительный процесс. На протяжении 5 лет я занималась изучением как в СНГ, так и за границей и проходила всевозможные курсы для того, чтобы вообще копнуть поглубже в эту тему. Британская академия наук про здоровье. Сколько часу вы там навчалися и вот чему навчилися, да, вот такие основные аспекты правильного харчування? Я обучаюсь там до сих пор, потому что это длительный процесс, у них очень много разнообразных курсов. Самое главное, что о чем они говорят, это действительно вот сбалансированный рацион. И еще очень важный момент, то, что в интернете очень много вранья на самом деле. Ух ты! Потому что многие люди просто пишут статьи о вреде, не знаю, там, например, банан. Вот банан вреден. И человек пишет об этом статью, не зная об этом абсолютно ничего. Они пропагандируют то, что сначала должны проходить какие-то исследования, подтверждение фактов, и только потом можно уже об этом как-то говорить. Поэтому они вот заохочивают украинскую мову всех людей для того, чтобы они не верили просто вот обычным статьям в интернете, а, конечно же, смотрели научные какие-то факты и доказательства. Светлана, вот я, звичайно, пересічна людина, навчіть мене правильно харчуватися. От ви кажете, що ви навчаєте без дієт, без зривів, як до цього прийти. Тому що я розумію, як правильне харчування. Кардинально. Ми їли, їли, їли не дуже корисну страву, потім припинили її, і це ну, не дуже корисно для організму. Навчіть нас, як бути в цьому от випадку. Ну, на самом деле, ми для этого открыли школу правильного питання. У нас обучение длится 4 недели. Мы максимально попытались сократить это время, потому что на самом деле это длительный процесс. Но за 4 недели мы выдаем всю информацию о пользе еды, как ее балансировать, это белки, жиры, углеводы, как нужно это все распределять в течение дня, можно ли кушать вечером или нельзя. И когда вы осознанно подходите к этому процессу, когда вы точно знаете, что вот этот продукт вреден или он должен быть в какой-то определенной комбинации, тогда, конечно, вы уже можете строить свое питание. Но в целом я могу сказать, что в первую очередь нужно отказаться от трансжиров, от промышленности, каких-то продуктов, от колбасы тоже в том числе. Да, и далее это нужно сбалансировать белки, жиры, углеводы. Где-то жиров 30% от рациона, белков около 20%, остальное это углеводы. Неправильно следовать вот этим модным диетам, которые в основном отказ от углеводных, да, монодиеты. Да, это очень вредно и потом приводит к срывам, и потом приводит к набору веса еще в большем количестве, чем он был. Я на столі бачу навіть шоколад. От ми, дівчата, в першу чергу відмовляємося від солоденького. Дійсно, щодо статей в інтернеті, я читала, що і банан, якщо ти хочеш схуднути, він є не дуже корисним. Розвійте цей міф, тому що ви сьогодні саме принесли з собою банан, шоколад, і розкажіть, що це в мисці, я не дуже
розумію, що это поки що. Кіно. Да, это крупа, она довольно-таки калорийная и сытная. Завтрак нужно начинать со сложных углеводов, и если это вот какая-то каша, это идеальный вариант. Но опять же, каша должна быть правильная, если это гречка, которая черная, вот обжаренная. Угу. Это не та гречка, которую нужно употреблять, у нее уже не осталось никаких полезных веществ. Гречка должна быть зеленой. Киноа как альтернатива, это вообще очень классная крупа, потому что в ней содержатся все незаменимые аминокислоты, и если вы вегетарианец или веган, то это вообще незаменимый продукт на вашем столе. То есть не нужно там заморачиваться и как-то комбинировать, пытаться продукты. Все вот есть в этой каше. Угу. Готовится она так же просто, как и овсянка. Вы 1:3 сварили ее на плите, на воде. Я не добавляю ни соли, ни сахара. Туда потом можно нарезать фрукты, там кокосовое масло. Вот, наверное, запах вас и привлек. Так, мене дійсно пахне кокосом, а ще ми забули ложку, друзі. От в прямому ефірі ми забули ложку для того, щоб я вам показала дивовижні форми. Ну, я ще такої крупи не бачила. Що ти сьогодні снідала? Кіно? На сніданок? Як часто от можна вживати такого роду крупи? І взагалі, яким має бути сніданок? Безумовно, що це щодня не буде шоколад, банан і кіно. От, як правильно почуватися? Нужно совмещать, как я уже говорила, чтобы это было и что-то фруктовое, какие-то фрукты обязательно. Опять же, какая-то каша цельнозерновая, это может быть и овсянка, это может быть и гречка, это может быть и рис, даже кто-то любит на завтрак рис, вполне нормально. Только не белый рис, а не шлифованный, вот коричневый такой, который обычно считается, ну, второсортным на самом деле. А в правильном питании этот рис должен быть на вашем столе, в отличие от белого риса, в котором ничего уже полезного не осталось. Шоколад можно употреблять 1-2 кусочка, но он должен быть не менее 85%. Угу. И это должен быть хороший, качественный шоколад, в котором нет молочных продуктов, нет каких-то там добавок, потому что очень часто добавляют там, даже перец, я видела, добавляют в шоколад. Но помимо перца там еще есть другие химические вещества, которые организму не нужны. Поэтому чистый 80-85% шоколада отличный вариант для завтрака, 2-3 кусочка не повредят фігурі. Угу. А зараз увага, друзі, ми розвіємо міф. Всі дівчата, зараз просто слухайте, чи можна їсти після 6-ї? Це те питання, яке хвилює практично кожну дівчину. Так можна чи ні? На самом деле все зависит от того, во сколько вы ложитесь спать. Если вы ложитесь спать в 11 вечера, то ваш последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна. И здесь нельзя сказать, что 6 – это вот все. Вот, не знаю, очень многие люди как-то к этой цифре приклеились, хотя многие работают и вечерние смены, у некоторых работа вообще ночная, и все равно они придерживаются того, что поели в 6 часов, и потом от этого очень большие проблемы, потому что срывы, голод и так далее. Главное – это за 4 часа до сна. Тогда ваш ЖКТ подготовится к тому, что вы идете спать, у него не будет перегруженности. Да. Угу. Соответственно, при употреблении еды у нас выделяется инсулин, гормон такой. И этого он поднимается в крови, он регулирует количество сахара в крови. И если вы едите перед сном, то вы, в принципе, сбиваете ваш гормональный фон этим инсулином, он в большом количестве вырабатывается в крови и угнетает, например, мелатонин, тот гормон, который вам нужен для того, чтобы ви нормально спали. Маю ще для вас два запитання. От у вашій місії 50 тисяч здорових людей. Чому така цифра 50? І як це ж зробити їх молодими, гарними і здоровими? Тобто, яким чином ви будете втілювати це в життя? Ну, 50 тисяч – це поки. Далі ми підемо… Буде більше. Да, буде більше. Я думаю, що ми достигнемо цю цифру і підемо вперед. А, взагалі, це наше бажання 50 тисяч положительних відзивів, якоїсь трансформації в нашій школі. І тому ми це можемо дійсно підсчитати від кількості людей, які проходять наше навчання. І, відповідно, потім, коли ми достигнемо цієї цифри 50 тисяч, ми зробимо, не знаю, якесь класне відео. І після цього поставимо себе нову ціль. Ну, я не можу вас просто так відпустити. Дієтолог не щодня приходить сертифікований до нас до ранкової студії. Давайте зараз з вами складемо меню, наприклад, на день сьогоднішній або на завтрашній. От правильне, ідеальне меню здорового харчування. А ви, друзі, занотовуйте. От ваші поради, що поїсти смачного нам, ну, от завтра давайте. І скільки разів, от, будь ласка. Да, кстати, кушать очень много нельзя. Вот этот миф о том, что нужно есть, я имею в виду, да, 5 раз в день. Опять же, это все завязано на
на гормоне инсулине, который, в принципе, будет сбивать работу всех других гормонов. Желательно кушать 3 раза в день, это завтрак, обед, ужин. На завтрак должны быть сложные углеводы, можно фрукты совмещать вместе. Здесь нет никаких противопоказаний раздельному питанию, что нельзя там и так далее. С кашей фрукты вполне совмещаются. Дальше у вас будет обед. На обед желательно, чтобы это были овощи, и овощи должны быть сырые, где-то 50 на 50. То есть не нужно все готовить, все тушить и так далее. Лучше всего, конечно, салаты, пока есть возможность, пока у нас еще не наступили холода. Дальше вы можете совмещать салаты с какими-то белковыми продуктами. Это может быть мясо, может быть рыба, это могут быть яйца. Но опять же, если вы берете мясо или рыбу, не более 100 грамм на порцию, то есть это не огромный стейк и к нему маленький салатик. Это неправильно. Должен быть большой салат и маленький стейк. Вот так будет лучше всего. Це навпаки. І я думаю, що не треба, знаєте, як ми українці, ну взагалі люди, якщо салатика, то побільше мисочку таку, знаєте, думаю, що треба порціонувати трішечки, щоб було менше. Я вам щиро дякую. Я знаю, що ми зустрінемося з вами у цій студії, коли буде 50 тисяч людей і більше. Від сьогодні я теж розпочинаю правильно харчуватися. Вам хочу запропонувати далі нашу постійну рубрику «Афішу», подякувати Світлані Бугелі, що завітала до нашої ранкової студії. Отож, я розпочинаю правильно харчуватися. Перший раз в житті я спробую кіно, і не дивуйтесь, це дійсно так, я буду про це розповідати своїм дітям. Я вам щиро дякую.